Так, ребята, сегодня такие вот у Вовчик ассортимент. Лень, лещ, красноперый. Лень на килограммчика 2, наверное. Ну, красноперый. Ну и закинул один спиннинг на живца, на щуку. Что хотелось бы добавить до такого ассортимента. Вот там вот поплавок плавает живцом. Ну и поплавок на червя. Як би, возможно, ще ліньок клюне. Якось так от. Дивимось відео, підписуємось, ставимо лайки. Ребята. За лайки буду благодарний. Ну і пишіть коментарі. Всі коментарі, в принципі, я читаю і всім відповім. О, там от щука скидується. Можна буде живця туди перекинути. Оп. Живец на поплавок и на щуку.
Ох, ребята, краснопер. Конечно, да. Не знаю, сколько тут по весу, но здоровяк. Здоровяк. Хороший. Краснопер, конечно. Ленек, краснопер, лещ. Ну, ассортимент хороший. Вот так вот. Ну, еще бы щуку добавить. Как бы так вот. Проблема червя уже не осталась практически. Все позъедали. Как бы так вот. Лещик, лещик тоже хороший.
красноперы, ребята, это жесть. Ой. Хороший, ё-моё, это капец. Таких красноперых у меня не было, если честно. Сколько тут килограмм? Шустренький. Шустренький. Краснопер. Конечно, ребята, вот такие вот красноперы попадаются. Хороший. Ой. А щука не хоче клювати. На красноперого. Так. В итоге сьогоднішній улов, ребята. Красноперий. Десь ще один був. Надо искать його. Ще десь краснопер є. Спрятався. В итоге ліньок. Хороший красноперчик. И еще здесь есть краснопер, не знаю. Надо, короче. А, вот он, ребята. Вот он. Еще один краснопер спрятался. Вот он, зараза. Так, на щуку живец плавает. Все хорошо. О, бля, красноперы, конечно. Я таких не встречал. Такие. По грамм 500, ну точно есть. Ух ты, красота. Просто бомба. Так, ребята, привет. Приїхав на рибалку. Сейчас закинем пружину і снасть з кормушечкою. Вон там от висить. І обычно донку з черв'яками. Хочеться виловити винька все-таки. Дивимось, підписуємось на канал. Ставимо лайки.
Thank you.
Ребята, лещик хороший. Хороший лещик.
О, ребята, хороший ленек. Такой на трешечку. То, что, в принципе, я уже дал сегодня. Отлично. Ленек, ребята, просто. Просто жесть. Хороший ленечек. Отлично. Килограммчика 3, наверное. Ух ты, красавец. Вот зачем я сюда сегодня пришел. Хорошее утро. Просто класс. Просто. Вот оно, счастье. Сегодняшний день удался. Класс. Я довольный. Замотался, конечно, ребята. Просто жесть. Да, класс. Класс. Сейчас покажу вам. Вот он. Хороший ленек. Отличный.